прошло и полгода, и можем видеть, наш творческий дедок делает вещи. Знаете, как аж приятно за Володю. Чем приятно, расскажу. Тем, что он просто пошел наперекор судьбе и сказал, я давно мечтал реализовать этот проект. Представляете, вот сам человек плотник, у него в голове есть какие-то дизайнерские вещи для определенных серий и проектов. И человек затаил дыхание и ждет, когда у него будет эта возможность его реализовать. Как только он остается один на один с клиентом, подходит, идите сюда, я хочу вам посоветовать одну вещь. И вот эту вещь, которую он советует, она, наверное, может сравниться с теми вещами, которые придумает наш дизайнер Алексей. Мы потом позже сравним, немножечко позже, как придумал Алексей обыграть эту аналогичную квартиру, аналогичную спальню, и как придумал вот этот творческий дед. Посмотрим, на него слазит с весов. Ты доволен, что у тебя получилось реализовать вот именно... Да. Вот... Да? Да. Вот. Застал я его на моменте разрезика. Вот можем последний раз посмотреть, как он это делает. Видно, да, разрезик? Ну а дальше по ощущениям. Конечно же, любители разных интерьеров всегда можно найти, и больших, и высоких. Но когда мы живем в постмодерновых квартирах, что мы получаем? Низкие потолки. И бороться с низкими потолками, ну, бесполезно. Можно их только занижать еще ниже. И в точках сравнения ниши и более ниши чувствовать величие этих потолков на 2,60. Только когда мы где-то занизим их на 2,50, на 2,45, вы понимаете, что 2,60 это не так уж и много. Меня поправят люди, у которых рост 1,90 м, это 1,86 м. Они, наверное, скажут, что бы вы ни делали, все равно низкий потолок остается низким. И я с вами не соглашусь. Для того, чтобы в спальне было комфортно, нужно занижать потолки. Для чего? Когда у нас занижается потолок, нам надо говорить тише, в полголоса. Нет смысла орать так, как мы орем на 3,20 и на 4. Конечно, если вы очень импульсивный человек, то тогда не покупайте серийки. Покупайте замки, покупайте дома с высотой 3,20 и орите там, сколько вам лезет. А в спальне, когда потолочек занижен, речь льется тише. И ты можешь насладиться сном гораздо лучше, чем в 4-метровых, в 6-метровых потолках. Вот с этим тоже не поспоришь. Поэтому я не хочу какую-то прописную истину здесь выставлять. Но, коли уж вы живете в серийке, где высота 2,60, то и плясать мы будем от 2,60 и ниже. Работаем над этой комнатой, и сейчас мы можем смотреть о чем. Когда здесь был выставлен металл, это все смотрелось как бы, ну, непонятно, странно. Когда здесь закрученный гипс, у вас второй шок. То есть было бы хорошо, если бы клиент не появлялся на проекте. Но когда клиент появляется на проекте, он когда увидел, сейчас перейдем вот в соседнее помещение, когда он увидит вот это вот убожество и кричит, о ужас, у меня был потолок 2,60, вы тут какую-то хрень нагородили, решетки там, я не знаю, как на птицеферме, зачем мне это нужно? У него первая стадия шока, как у медиков, да? Они говорят, вторая стадия шока, это когда мы накрутили вот этот вот потолок. Он вообще говорит, ну точно я был прав, ну вот 100%, куда? Куда вы меня в эту будку загнали? Я вам что, цыпленок в шкатулке? И ты получаешь второй удар по печени. И думаешь, блин, если вы успеваете реализовать свой интерьер за 4-6 недель, как мы обычно делаем, да, то все будет хорошо. Не дай бог вы перетянете на 8, 16, 20, клиент скажет, нахрен срывайте все это нафиг. Дизайнеры вы никакие, строители вы без руки. Но в нашем случае все не так. В нашем случае дизайн клиент получает бесплатный. И дизайнерами на нашем проекте и плотник, и плиточник, и маляр. У нас вот такой творческий коллектив. И поэтому и рождаются такие вещи. И на этой стадии еще говорить о финале рано. Но работы продолжаются. Я вас продолжаю знакомить с серыми вариациями нашей серии. Ну что ж, находимся мы в нашем коридорчике, и тут очень интересный момент, я хочу про него рассказать. Каждый клиент, он специфический, если уж люди нас заказывают, то они, конечно же, хотят творческих и эксклюзивных, даже в серийках ремонтах. И поэтому у нас получается, что наш владелец, вот хозяюшка нашей квартиры, она ненавидит кафель. Кафель у нее вызывает такие эмоции, как холод, как нестабильность, и она говорит, в моем...
интерьере кафеля не будет. Что интересно, что на кухне, ну вот у вас на кухне же есть кафель, но я думаю, у большинства людей есть. Он сказал, нет, мы сделаем хороший ламинат, и кафеля у нас не будет, даже на кухне. Вы представляете, каких трудов мне стоило уговорить ее, чтобы у нас был кафель при входе? Сейчас, конечно же, тут все в безобразном состоянии, но покажу примерно вот таким образом это выглядит. То есть, когда вы заходите в наши сереечки, по правую сторону у вас вот такая ситуация. Огромная стена в кафеле. Как и почему мы заставили нашего владельца этой квартиры пойти на это? Потому что вот где сейчас я стою, смотрите, я плечом уперся в колонну, и на вытянутую руку я достаю до стены. Вы можете понимать, что здесь где-то в районе метр-метр десять. Это очень мало. Когда мы будем заходить в нашу комнату, в зал, то вот эта часть, где я пальцем показываю, там будет натяжной потолок. Вот смотрите, сейчас там выглядит не очень высоко, но как только мы поставим натяжной потолок, а мы нашего владельца этой будущей квартиры отвезли в фирму Сие Меркаба и показали, у них есть стенды, образцы. То есть заходишь в комнату и смотришь на натяжной потолок, как это будет выглядеть. И когда человек посмотрел на натяжной потолок, говорит, я хочу натяжной потолок, и я понимаю его цель. Хотя большинство из вас, и я тоже, ну, не люблю, я ненавижу эти натяжные потолки, однако техника расширения и увеличения пространства должна присутствовать. А это, как правило, глянец, натяжной потолок, правильно? Либо зеркало. Ну, зеркала в таких маленьких пространствах, это, ну, перебор, это все-таки не частный интерьер. Поэтому мы там ставим натяжечку и предложили расширение сделать каким образом. Тут будет очень интересный такой заплет. Потом же вы будете следить за проектом и увидите, как будет дальше. То есть обратите внимание, там, где стоит кафель глянцевый, видите, вот, он увеличивает пространство без зеркала. То есть ты заходишь, если бы мы покрасили просто стену тупо таким цветом, она бы не отблескивала так и не увеличивала пространство, как зазеркалье, понимаете? А этот вот кафелечек, он увеличивает. И плюс, смотрите, вы в коридоре, вы будете заходить сюда, детская коляска, велосипеды, животные, да просто, черт знает что, затаскивайте мебель. Это магистральная зона, подверженная интенсивному удару и стиранию. Поэтому всегда здесь обычно 12-й базы красочку делаются, да, либо придумают какие-то фишки. Но мы сделали вот эту вот фигню кафельную, и если бы мы просто обложили это кафелем в интерьере, человек, который ненавидит кафель, это было бы кощунство. Поэтому мы это обыграли каким образом? Видите, у нас вот тут место серенькое, там, где нету кафеля. Мы сюда вставим 3D-картину. И здесь наверху выведем лампочку по 35 градусов, чтобы она бликовала на эту картину. И что у нас получится дальше? Вот в этой части, видно, нет? Здесь у нас будет встроенный шкаф. Вот встроенный шкаф, мы его говорим либо на зеркало, либо обыграем это, что-то среднее между этой стеной, картиной и зеркалом. Вот такое трехтональное соцветие какое-то придумаем. И у нас получится, что у нас из никакущего коридора будет эффект вау. То есть смотрите, я прихожу в гости к этому человеку, первое, что захожу, вот это убогое помещение, видите, вот эта срань. Вот там у нас будет непропорциональное огромное зеркало, то есть человек, который зашел с улицы помыть руки, скажет, вау, какое огромное помещение, а это всего 1,50 м. Вот это захолустье, которое было 45 сантиметров, да, у нас, на метр, по-моему, 30. Мы его расширили здесь, видите, украли здесь еще сантиметров 15, и у нас здесь будет такая ниша в 60 сантиметров, которую мы тоже либо техникой зеркала сделаем, либо зеркал плюс оракал. Есть задумка, потом покажу, как это будет выглядеть. Заходим сюда, здесь, скорее всего, у нас будет две дверки, зеркало, наклеенный оракал, и низ, отбивка и верхний по 35 сантиков, скорее всего, будет такой же самый материал, как этот. И когда вы сюда заходите, первый эффект будет не понял ни хрена, такое ощущение, когда заходим на кухню, и мы увидим, что на кухне у нас будет кухня, встроенная в окно. У нас уже есть ролики, как мы это делали. Ни один человек не остался равнодушным. Это выглядит реально круто. И заходя в этот зал, получается еще один эффект. Вау, это когда этот натяжной потолок. То есть гости, которые сюда придут, они получают вау, вау, вау. Детские комнаты, это такой приватный интерьер. Тут дети сами проговорили. Это вот девочка захотела вот такой интерьер. Пускай она его получает. Здесь у нас будет жить юный герой, мальчик. Он захотел вот такой интерьер. Пускай он его получает, если он хочет. Это детское пространство, как они обыграли. А родители сказали, сделай нам что-нибудь. Вот доверяем тебе. И Володя Плотник постебался над ними. Ну, он уже человек в возрасте. Он сделал такой а-ля автобус 60-х интерьер.
выглядит он вот на этой стадии уже вот так вот. Это спальная зона. Это здесь будет кровать. Если у нас получится уговорить их на бежевую каретную стяжку. А в этой части, смотрите, у нас будет огромный такой шкаф. На три дверки очень хотелось бы, чтобы он был. И чтобы это был белый глянец. Стекло. В этой части будет телевизор. Буду уламывать на то, чтобы это была слэд-подсветка телевизора. Потому что когда ты лежишь на кровати, он дает такой объем. А у нас здесь нет угла, у нас паблика, видите, полукруг. Такой эффект, когда фотографы фотографируют, забыл, как эта хрень правильно называется. Ну, идея, вот она была такой. Ну и санузел. Потому что обычно люди нас как находят? Они заходят в санузел, ну, на сайт с санузлами. Потому что санузлов мы делаем больше, чем интерьер. Потому что если мы в месяц делаем, там, допустим, 10 санузлов, то таких интерьеров делаем один, потому их меньше. И вот клиент наш нашел по санузлу, и он сказал: слушайте, вообще-то я думал, что только санузел был у вас, ну, изначально заказывать. И поэтому в этот санузел, а это 1,60 на 1,45 м, он сказал: тюхайте мне все. И вот здесь будет все. Здесь будет подогрев зеркала, подогрев полов, подсветка ниш, подсветка шкафа. Здесь будет датчик тачскриновский, здесь будет радио, здесь будет CD, здесь будет неоновый вентилятор. Тут пипец что будет. Зеркало будет непропорционально здоровое. Но сейчас Юрец здесь херячит. Поэтому нет смысла тут что-либо рассказывать. Про санузел потом отдельно поговорим. Это такое текущее видео, что мы здесь натворили, что мы здесь нафигачили. Ну, уже, если смотрели первое видео, как мы сюда входили, и вот такое промежуточное видео, что мы тут натворили за 4 недели. То есть, ссылочка приложу либо здесь сверху, либо внизу под описанием. В каком состоянии мы зашли, 4 недели вы получаете такой интерьер. А вообще, есть отдельный плейлист, где мы делаем серии, там, 119, 403, 109. То есть мы берем серийку и пошагово выкладываем, что мы в ней сделали и какой продукт мы предлагаем. То есть на нашем канале надо зайти, посмотреть плейлисты и нажать ту серию, которую вы хотите купить или отремонтировать, или в которой вы живете, и посмотреть какие-то идеи. Ну, некоторым это полезно. Так, ну, а на сегодня все. Это промежуточное видео о нашем проекте, о серийке. В каком она состоянии. Я думаю, было интересно, но интересно же, понятно, не всем, а тем, кто живет в этих сериях, что с нее можно сделать и за какие деньги. О суммах, сметах и деталях интерьера мы поговорим немножко позже, но сейчас вот такое вот шлаковое состояние, оно некоторым все-таки необходимо. Люди должны видеть, за что они платят деньги, и вызвав нас, в какую жопу они попадают. Вот, вот эта вот штука, вот это говно. Это то, что мы набросали за 2 дня. А мусор мы отсюда уже увозили 4 раза. 4 раза, это где-то в районе 9 кубов у нас вышло. Просто здесь не получается смонтировать и поставить даже с разрешением мусорный контейнер. Ну, нет на это места. Поэтому мы раз в неделю просто все вывозим на свалку, утилизируем. На сегодня это было все. До следующих видео на нашей серийке. Комментируйте, ставьте лайки, там какой-то колокольчик жмите. Делайте, в общем, что хотите, если это вам реально было полезно. Ну, от меня спасибо за ценные советы в комментариях.